Дело. Так, а для этого, для Андрюхи, конечно, он на шестой, да? Ну, на шестой, это что-то, что там? Что там сам дам? Андрюха, я тебе так это... Что там? Все-таки я делаю мощновато, надо помягче. Надо это для учеников помягче, они так вообще не понимают, пойму. Не, ну во-первых, они могут поставить на замедленный. Главное технически, чтобы было. Понимаешь, когда с кем вы делаете, там уже ну, техника она уходит на второй план. А я все равно начинаю заводиться. Мне это же под ключик идет, это как бы. Это наоборот, то, что ты все время тренируешь, что в кота должна быть под ключик, понимаешь? Ты все время тренируешь, а потом вдруг раз, и надо как-то без подключки сделать. Ну, точнее, можно как-то, но это, тем более, на камеру сложно. Что да? Ну, сейчас такая больше ученическая тема, полегче пошла. Сейчас ты меня потренируешь, блин, а завтра это...